На каком масле в Индии готовят еду? Индия – это очень разнообразная страна, где каждый штат – это как отдельная страна со своим языком, своей культурой, своим прошлым и своим урожаем, который растет именно на этой земле. В северной части Индии предпочитают горчичное масло для повседневной готовки. Если жарить нужно много и подешевле, то используют соевое или арахисовое масло. В южной части Индии повседневной готовки любят кокосовое и подсолнечное масло. В Индии существует огромное количество масел, даже есть те, которые я никогда не встречала в России, например, масло из рисовых отрубей. Наша семья готовит только на горчичном масле, его цена $2 за 1 литр. Про всю Индию нельзя сказать одним словом, потому что каждый выбирает масло по своему бюджету и вкусу в блюде.